Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием обучения в Нижегородском техникуме отраслевых технологий и желаю вам в дальнейшем пути удачи. Но помните, удача – это не подарок под подушкой от феи, а это кропотливый ежедневный труд. Как зарабатывать денежки мы вас научили. Теперь ваша задача – научиться зарабатывать большущие деньги. 41 по КД. Здравствуйте. Подвела я вас, заболела, но не поздравить не могла. Как часто я вам говорила, вы лучшие, вы талантливые, но не скрою, это был мой педагогический прием, чтобы повысить ваш интерес, вашу мотивацию к профессии. И я очень рада. Теперь я говорю, вы лучшие, вы самые талантливые. Как я рада, что вы полюбили эту замечательную волшебную кулинарию. В моей фотоколлекции навсегда останутся ваши замечательные бабочки, скамеечки из шоколада, ваши замечательные цветы, изящные струны, тончайшие звезды из карамели. И, конечно, маленькие микробулочки с шоколадом от Фисана Максима. Спасибо вам за всю поддержку, которую вы оказывали мне в любых моих начинаниях. Спасибо вашим родителям за понимание и помощь. Я плохо пою, никому не нравится, но танцую я хорошо. Но сегодня не тот случай. Поэтому я хочу прочитать выдержку из песни Баста «Сансара». Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. До свидания, мои дорогие. Люблю, целую, Байли.